Десятки новых промышленных разработок представили регионы России на международной выставке InRussia 2023. Все самое интересное в сюжете «Победа-26». Самый масштабный стенд Ставропольского края. Здесь представлено порядка 15 предприятий в аграрной, химической и оборонной промышленности. Такого рода выставки мы принимаем участие первый раз, хотя уже за последний год накопили опыт участия в различных форумах, международных и российских. В данном случае у форума InRussia есть определенная специализация. То есть, конечно, здесь представлены производители импортозаместители, производители отечественных товаров. И все это рассматривается под призмой межрегионального сотрудничества, которое может быть оформлено путем технопарков, индустриальных парков, либо через кластеры. И тут как раз-таки мы по обоим этим векторам подходим, потому что наша компания выпускает отечественную радиоэлектронику в очень широком спектре, от клавиатур, мышек до уже серверов. В скором времени это будет и печатная техника. И вместе с тем мы развиваемся как раз-таки в рамках кластерного вектора развития. У нас на стенде представлена продукция местных производителей, то есть это Пятигорск, Железноводск. Производят у нас здесь шубы, кожаные изделия. Мы участвовали в подобных мероприятиях. Вот была Кавказская инвестиционная выставка. То есть опыт мы уже имеем, и мы стараемся постоянно принимать участие в таких мероприятиях. С целью, во-первых, найти партнеров для нашей деятельности, да, в промышленности, как партнеров-спонсоров, так и партнеров дальнейшего сотрудничества именно для развития производства. В составе омской делегации мы представляем разработку в области животноводства для цифровизации беспривязного хозяйства, как молочных хозяйств, так и информационное сопровождение мясного животноводства. Это новая разработка. Мы на стадии тестирования в омском регионе. Сюда привезли как новинку для поиска партнеров, контактов для тестового внедрения в вашем регионе.